В частности, глава региона проконтролировала, как продвигается строительство в Мегионе современного многофункционального центра. Его очень ждут жители города. Пока работы идут по графику, срок сдачи намечен на февраль 2019 года. Зато другой объект тоже в Мегионе сдадут уже в этом году. Речь о строительстве автодороги в городской пристани, включая мост через Сайму. Объект для города стратегический, он позволит разгрузить автопоток по улицам Свободы и Заречная. Кроме того, объединит обе стороны реки. Строительство уже завершено, сейчас оформляют необходимые документы. Не осталось без внимания и строительство дороги по улице Ленина в Нижневартовске, протяженность магистрали более километра. Работы ведутся в два этапа с 2016 года. Хотела бы обратить внимание на то, что Нижневартовск один из тех крупных поселений нашего региона, который нуждается в развитии автодорожной сети. И в этой связи зафиксировала бы внимание на том, что 1 километр, 210 метров, 3 года строить, наверное, при таком положении дел в городе слишком большая роскошь, обратите внимание. Под Когалымом за счет окружных средств в настоящий момент ведется ремонт автодороги, которая связывает нас с трассой Тюмень-Новый Уренгой. В настоящий момент обновлено больше 15 километров дорожного полотна.